давайте начнем с таких, совсем простых. Ну, еще по соседству к ним будет Ник. А, Ник. Домик. Чтобы нам различить сначала Ик и прочее. Давайте несколько словечек запишем. Зайчик. Ключик. Перчик. Дальше. Разносчик. Стульчик. Мячик. Огурчик. Трамвайчик. Хочешь трамвайчик написать? Пиши, Вань, трамвайчик. Огурчик. Переплетчик. Переплетчик. Извозчик. Так, ну давайте хватит. Отметьте суффикс, пожалуйста. Быстро. Так, зайчик. Это маленький. Заяц. Так, и думаем, какой там суффикс. Заметьте, там могут быть странности. Да. Коля заяц. Все согласны, что это Коля, правда? Да, суперский. Так, если С чередуется с Ч, значит это Коля. Заяц. А это суффикс. Правда? Да. Точно так же, как стол, столик, дом, домик и так далее. Так, думаем дальше. Отметим. Отлично. Так, ключик. Суффикс-чик. Сомневаюсь. Ключ. Сомневаюсь. Ключ. Корень, ключ. Ик. Так, а значение этого суффикса догадайтесь сами, пожалуйста. Маленький. Некий маленький, конечно. Дом, домик, стол, столик, ключ, ключик и так далее. Это очень просто. Ключ, ключик. Так, следующее словечко посложнее. Перчик. Давайте думать. Суффикс ик. Да. Корень перчик. Чему бы ик? От какого слова разумно? Перец. Корень чили. Перец. Правда? Дальше снова чередование. Еще е. Значит, снова ик. Перец, перчик. Беглое гласное. Тут есть и беглое гласное, и чередование СЧ. Нам знакомое давно, правда? Так что не смущайтесь. Так, еще. Разносчик. Разносчиком давайте договоримся. Это человек, который что-то вносит. И не просто разносит. Да? Чик. Чик. Это уже будет от глагола неосуществительного. Разносить. Разнос. Чик. Суффикс чик, пожалуйста, здесь вытяните. Хотя произносим мы, естественно, разносчик. Почему произносим так, понятно? Сочетание с ч очень часто произносим как щ. Ну, как в слове счастье. Хотя пишем. Счастье. Участие. Разносчик. И есть у нас похожее слово, тоже от глагола. Найдите его сами. Переплетчик. Отлично, переплетчик. Какой там суффикс? Чик. Чик. Нет, переплетчик. Чик. Суффикс. Чик. Переплетчик. Нет, переплетчик предпоследний. Сейчас выйдет. Это слово переплетать. Да? Переплетать, переплетчик. Значит, там, пожалуйста, тоже суффикс чик. Извозчик еще. Есть еще одно словечко. Извозчик. Извозчик. Он что делает? Извозчик. Он занимается. Извозом. Да? Он возит. Значит, он трудное слово, да? Из. Воз. Воз. Чик. Как правильно написал? Извозчик. Извозчик. Так, трамвайчик, там чик. Что значит? Трамвай. Там, конечно, суффикс чик. В трамвайчике маленький трамвай. Чик. Так, стульчик. Стульчик смелее. Стульчик. 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 Мячик.
мячик, это совсем просто. Это маленький мяч, да? Как домик, столик. Огурчик. Огурчик. Там не так все просто. Огурец. От слова огурец. Мы, конечно, там не будем выделять корень огур. А суффикс ец тоже есть. Молодец. Суффикс ец. Мы сделаем вот так. Огурец, огурч, ик. Маленький огурец. Правда? Значит, есть чик, а есть и щик. Заметьте. И щик. А есть и ник. Что они могут обозначать? И давайте подумаем. Сыщик. Ну, там я боюсь поинтересней. Там ик сыщик корень. Ну, кому интересно, да? Сыщик. А все, что не корень? Нет, все, конечно, не корень. Сыщик что делает? Ища. Их точка. Корень вот такой. Ищ. Или ищ. Корень начинается на букву ик. Да. Корень бывает начинается на букву и. Пускай это вас не смущает. Ой. А есть города, которые начинаются на «ы»? А есть города, которые начинаются на «ы»? У нас есть города, наверное, есть в области «сыщешь». Город такой? Конечно. Не, я имею в виду на «ы» начинается город. В атласе найдешь. Да? Нет, есть. Наверняка есть. Два города, но... Наша с вами корень «ыщ». Почему это получилось? Потому что был когда-то «ищ». Правда? Сыщик явно от слова искать. Искатель. Кладу искатель этот сыщик. Искатель. Преступник. Да. Пусть вас это не смущает. Ни одной повторяющейся буквы нет. Ищ и иск. Вау. И тем не менее перед нами однокоренные слова. Какая эти буквы? Какие? К. К. Где? Ну вот, К это. Нет, извините, К это суффикс. А там К. Как корни? Иска превратилась в щ. Это нормально. Тосковать. Тоскую. Тощий. Правда? Так. И искать превратилась в ы. Потому что перед приставкой. Это, кстати, еще одно правило, которое мы пишем, как слышим. Сыщик. Предыстория. Да? Мы пишем там «ы». И даже слово «история» греческое, знаменитое, превращается в «историю». И это немножко странно, но тем не менее, это так.